А в Белгороде завершили второй этап реконструкции прогулочного пространства берега. Губернатор вместе с мэром областной столицы оценил продолжение набережной. Преобразились ранее непримечательные заросшие травой места. Велопешеходные дорожки от Парка Победы вдоль Веселки до слияния с Северским Донцом. По всему маршруту освещение. По проекту также тематические арт-объекты. К примеру, 10-метровый зеленый кит из резных элементов в виде листьев деревьев. Сейчас, когда проходишь вот всю эту территорию, ощущение, что так было всегда. Поэтому, конечно, я доволен. Это огромный объем работы, огромные средства, которые вложены. Мне кажется, абсолютно очевидно, город меняется. Город меняется в лучшую сторону. Создаются новые общественные пространства, которые позволяют найти свой новый любимый уголок большому количеству жителей областного центра, жителям из других районов городов, нашим гостям. Конечно, ждем улучшения обстановки для того, чтобы стать новым туристическим пешеходным центром, когда люди ходят по центру современного благоустроенного города, не пересекая проезжую часть. Это очень важно для комфорта, для безопасности. И, конечно же, вот картинка, она меняется. Спортивная зона, впереди там проект берега, который мы будем расширять. Более 46 тысяч квадратных метров озеленения. Газоны, цветники, декоративные кустарники. Оборудована набережная и спортивный кластер с олимпийской 100-метровкой, многофункциональным павильоном, трибунами. Есть возможность высоты наблюдать сразу за несколькими площадками. Объект всесезонный. А скоро, как отметил мэр Валентин Демидов, появятся и точки общепита. Здесь есть место под ресторан. Мы ищем инвестора. Понятно, что лучше, чем инвестор, никто сам для себя ресторан не построит. Уже есть инвестор, тоже кафе, ресторан с летней площадкой в спортивной зоне. К августу должен появиться. Художники подготовили концепцию и предполагалось, что будут разные зоны отдыха. Но мы посмотрели, во-первых, всего 3 мангала на весь город здесь. В любом случае это не удовлетворит запросы, да, всех горожан. Во-вторых, дети, спорт и отдых, с другой стороны мангалы и сопутствующие, там сказать, развлечения. Поэтому принято решение демонтировать мангалы, установить здесь где-то качели, где-то уличную мебель. Ну а мангальные зоны, я думаю, здесь очень большой у нас берег, мы сможем предусмотреть, где это будет находиться.